сегодняшнем специальном выпуске мы побываем на модном событии – Международной неделе моды в Киеве. Расскажем о глобальных идеях фэшн-ивента, познакомимся с организаторами, участниками и гостями модного марафона, увидим показы украинских и зарубежных модельеров, расспросим украинских селебритис о том, какие отечественные бренды они выбирают и следят ли за модной индустрией. Самая масштабная неделя моды в Восточной Европе проходит в Киеве, столице Украины. Дважды в год она представляет мировой аудитории сезонные коллекции талантливых дизайнеров. Международная неделя моды в Киеве была основана в 2010 году и стала 50-м фэшн-ивентом под эгидой премиального автомобильного бренда, который поддерживает недели моды по всему миру. Целью международного модного марафона с момента его основания было выведение украинской фэшн-индустрии на модную карту мира. С самого первого сезона для нас был очень важен именно международный успех события. Дарья Шиповалова – основатель Международной недели моды в Киеве, создатель модных сайтов, учредитель частного образовательного проекта в Украине в сфере моды и соучредитель международного шоурума, который представляет украинских дизайнеров за рубежом. Дарья попала в список 500 самых влиятельных людей во всем мире по версии специализированного издания о бизнесе в моде. Американский финансово-экономический журнал внес Шиповалову в европейский список успешных молодых людей в возрасте до 30 лет. Для нас очень важно, чтобы все эти дизайнеры стали большими брендами, чтобы они начали активно продаваться. Потому что смысл моды, конечно же, в продажах. Мода – это не искусство, это бизнес. И мы пытаемся этому научить. Рекламную кампанию «Весна-лето-2018» снял известный фотограф и кинорежиссер Люк Гилфорд в Калифорнии. Лицом нового сезона стала британская певица Миа. Для съемок была выбрана одежда от украинского дизайнера Анны Октябрь. Каждый сезон Международную неделю моды в Киеве посещают известные мировые эксперты и зарубежные фэшенисты. Исключением не стал и 15-й сезон столичного модного события. Свои коллекции и новые проекты презентовали участники из 15 стран мира. В Киев прибыло более 70 дизайнеров и 60 иностранных гостей, представителей прессы, блогеров, байеров и фотографов. Мой друг пригласил меня на шоу. Киев для меня это своего рода место, куда приезжают люди с разных стран со всего мира. Я очень люблю украинскую моду, потому что в ней ты видишь любовь ко всем деталям. Люди очень и очень увлечены тем, что они делают. Я в четвертый раз в Киеве. Это один из моих любимейших городов в мире. Он просто волшебный. Один из моих хороших друзей, нигерийский фэшн-дизайнер, недавно переехал в Киев. И сегодня был его первый день лекции при Киев Фэшн Институт. Мы встретились с ним тут случайно, так что я пришел поддержать его. А вообще я тоже фэшн-дизайнер из Соединенных Штатов. С каждым годом зарубежных гостей, зарубежных дизайнеров все больше и больше. К примеру, в данном сезоне будет представлен бренд Вагана Хачатуряна. Это дизайнер, который ранее когда-то работал в доме моды Dolce & Gabbana. Это дизайнер, стиль которого невероятно узнаваемый. Мы общались с этим брендом, и он сказал, что в Украине невероятная платформа талантливых фотографов, операторов, стилистов, визажистов, парикмахеров. Поэтому зарубежные дизайнеры рассматривают площадку Украины не только для показов своих коллекций, но и для продакшена. У нас за эти последние 7 лет приехало порядка 500 зарубежных гостей в Украину. Это все были профессионалы рынка, байеры, редакторы. Конечно, обладая 500 контактами, можно просто горы свернуть. Ну, как сделали мы для себя. Но это же то же самое мы открываем для любого дизайнера. То есть те, кто этим воспользовался, те и попали, начали продаваться по всему миру.
За годы своего существования Международная неделя моды в Киеве значительно расширила свою программу, которая помимо стандартных показов на подиуме теперь содержит Fashion Scout Kyiv, стартовую платформу для начинающих кутюрье, их выставки и презентации, Fashion Days Market, демократичную открытую платформу, где дизайнеры разных креативных областей могут встретиться с конечным потребителем и профессионалами индустрии моды, и Kyiv Fashion Industry Forum, бизнес-конференцию, посвященную украинской сфере моды. Также 15-й сезон отличился массой инноваций с внедрением фэшн в цифровое пространство. Показы дизайнеров сопровождались профессиональными видео, диджитал-подачей и поддержкой системы продаж See Now, Buy Now с возможностью приобретения вещей непосредственно с подиума в режиме онлайн. Пришел, увидел, купил. Переход от печатных пригласительных к электронным и многое другое. Все это свидетельствует о том, что ивент идет в ногу со временем и расширяет свои границы. Да, развивается. Да, и очень быстро развивается, потому что Даша Шаповалова приглашает очень-очень много журналов, всяких social bloggers, всех influence people, которые... Я даже когда первый раз прилетела, не было такого уровня, как сейчас на самом деле происходит. Также этот институт, который она делает, бизнес-форум, да, вот, это все привлекает очень много внимания. И это помогает развитию украинской моды. Благодаря организаторам недель моды приезжает очень много байеров, приезжает международная пресса. Сами дизайнеры очень много путешествуют, участвуют в международных выставках и в Париже, в Торонто, и показывают свои коллекции. Продакшн после недели очень активный, очень объемный, и информация идет во многих направлениях. Безусловно, дизайнеры пробуют себя, чтобы они были опознаны, чтобы они были... узнаваемые не только в рамках, там, допустим, Европы, чтобы границы расширялись и, соответственно, конечно, преследуют цели быть в трендах и быть на мировом уровне. Международная неделя моды нацелена на глобальное продвижение нового поколения восточноевропейских брендов в мировой фэшн-процесс, на интеграцию в международное модное сообщество лучших и наиболее перспективных дизайнеров. Дарья Шаповалова занимается популяризацией моды не только в Украине. Многие дизайнеры идут на данную площадку для того, чтобы как можно скорее открыть двери и реализовать свои коллекции за рубежом. Они выбрали правильный путь, то есть они формируют свои точки в мировых столицах моды и туда уже притягивают всех байеров, журналистов и тем самым популяризируя свою же локацию. Мы открыли экспортное агентство и занимаемся экспортом украинских дизайнеров. У нас шоурум в Париже и компания там зарегистрирована. Соответственно, это дает нам возможность работать с 30 странами мира, где продается одежда украинских и восточноевропейских дизайнеров. И таким образом Киев стал центром восточноевропейской моды, поскольку к нам приезжают дизайнеры из всего региона. И к этому мы стремились: поставить Украину на модную карту мира, доказать всем, что Киев – это модная столица и модный город, и сделать из дизайнеров глобальный международный бренд. Меня очень впечатляет украинская индустрия моды, все, что происходит здесь. Я могу сказать от всего сердца, просто продолжайте делать то, что вы делаете сейчас. Это поразительно. И ваша страсть к моде просто огромна. Я думаю, что украинские дизайнеры достойны больше узнаваемости и внимания в мире. А украинская мода поразительна, и про нее должны знать больше людей. Украинские модельеры все увереннее заявляют о себе миру. Их стиль становится узнаваемым, имена ярче. А украинскую моду чаще стали отмечать в мировой модной прессе. Есть бренды, которые очень узнаваемые, которым удалось выработать свою стилистику. Поэтому, конечно, платье от Anna October узнают во всем мире. Или, например, вещи от Pascal, которые всегда используют лазер.
своих вещах, лазерную обработку, это очень быстро читается. И ну, такие бренды, конечно, узнают. У всех украинских дизайнеров действительно есть несколько критериев, которые их объединяют. Такой оптимизм и в подаче себя, и в, собственно говоря, например, в использовании ярких принтов, ярких цветов. Я даю очень много интервью зарубежной медиа, они как раз спрашивают, что объединяет украинских дизайнеров и что является вот такой отличительной характеристикой. И я бы как раз назвала этот оптимизм. В мировой модной индустрии мы еще чувствуем себя недостаточно уверенно, но с огромной перспективой развития в этом направлении. Все больше шоурумов отечественных кутюрье открывается за рубежом с достаточно успешными продажами. А креативность и самобытность украинских дизайнеров не остается незамеченной. Она настолько вдохновляет, что даже ведущие торговые сети по производству одежды копируют модели украинцев. Украинская мода набирает обороты, и ее популяризация происходит с очень высокой скоростью. Бренды многих украинских дизайнеров, как именитых, так и молодых, находятся в шоурумах, в зарубежных шоурумах, в Штатах, Париж, Милан, Нью-Йорк. Все больше и больше байеров на украинских неделях моды. И с каждым годом украинским дизайнерам все легче выйти не только на украинский рынок, но и зарубежный. Очень приятно встречать наших. Вот я была во Флоренции недавно, и продаются наши дизайнеры. Безусловно, они вкладывают, инвестируют в свои коллекции и успешно продают их. Это цена-качество, это идеи. Кстати, есть много плагиата на наших украинских дизайнеров. Я, в принципе, вещи люблю и связана с ними, можно сказать, профессионально, поэтому всегда интересуюсь. Часто встречаю Витекин, вышиванки. Сильченко тоже я видела. И многие ходят, причем не только украинки. Многие, даже сейчас дизайнеры, даже Светлана Бевза, она сейчас в Нью-Йорке, Лиля Литковская, то есть они представлены уже и в Америке, в Европе, они там участвуют уже в неделях моды. Аксессуары Руслана Богинского носят звезды, такие как Белла Хадид. У меня просто душа радуется, когда я вижу это все. И ты подписана на блогеров мировых, и они носят аксессуары. Sony Yeisman, Song of Style, вот Amazon, Chiara Ferragni. Они носят эти аксессуары, и ты безумно рад. В тебе просыпается такой ярый патриот, который говорит, вот мы можем. Некоторые дизайнеры уже пооткрывали свои шоурумы не только в Украине, но и, насколько я знаю, Америка, Нью-Йорк, в Англии, я знаю, есть шоурумы, так что очень рада за наших соотечественников, за то, что они активно продвигаются и работают. В гардеробе украинцев появляется все больше вещей от отечественных дизайнеров, что свидетельствует о развитии украинской индустрии моды и о том, что доверие к ней растет все больше. За последние несколько лет украинское стало трендом. Дизайнерские работы стали активнее продаваться на международном модном рынке. Произошли положительные изменения как в отношении потребителя к украинскому производителю, так и в работе самих дизайнеров. С момента своего назначения я приняла для себя решение покупать только украинскую одежду, обувь и аксессуары. Как правило, это массовые бренды, но также, как у меня есть очень хорошие дружественные отношения с украинскими дизайнерами, есть тоже вещи от украинских дизайнеров. Поэтому многие наши дизайнеры понимают, что я представляю Украину в мире, и они понимают то, что когда я одеваюсь украинской дизайнерской вещи, я несу украинскую культуру, несу украинский фэшн в мире. У меня очень много вещей от украинских дизайнеров. Это и молодые дизайнеры, это уже такие и мастера своего дела, которые не первый год на подиуме украинской моды. И я всегда горжусь, когда я за рубежом, я всегда говорю, что это украинские дизайнеры, потому что очень много комплиментов получаю. Мода – самый точный барометр изменений в обществе. Модная революция в Украине – как отражение происходящих событий в стране, которые повлекли за собой изменения в обществе в каждой из отраслей, и в модной в том числе. Стремительное развитие уровня украинских дизайнеров способствовало тому, что о нас заговорили в мире, нас заметил мировой фэшн-олимп.
И кто знает, возможно, в скором будущем Украина станет одной из основных модных столиц. Возможно, у нас есть свой путь, как действительно такая фреш-волна свежих дизайнеров, недорогих дизайнеров, интересных. Мне кажется, вот в этом сегменте мы можем побороться за место, даже пятое в мировой индустрии. Каждый индивидуальный дизайнер молодой, если он будет коммуницировать хорошо, если он будет себя представлять на каких-либо конкурсах, он может выиграть какой-то грант, где поехать на обучение, получить определенный круг знакомств, и впоследствии, если ты действительно талантливый, возможно, в твое имя, в твой бренд кто-то вложит деньги на мировом уровне, и ты выстрелишь, как гражданин Украины. Украинская индустрия есть не только будущее, но она еще очень много делает для продвижения бренда Украина в мире. Если посчитать, сколько упоминаний об украинских дизайнерах сейчас проходит в брендовых и больших, да, там известных мировых журналах, мы можем считать, что они достаточно много вкладывают тоже в бренд Украина. Но однозначно наши дизайнеры очень талантливые, очень работоспособные, и они уникальные. Поэтому они покоряют уже сейчас мир. Индустрия в Украине не стоит на месте. Она идет в ногу со временем и развивается. В следующих выпусках мы продолжим знакомить вас с украинской модой, еще больше об украинском фэшн, еще больше модных советов, интервью с топовыми дизайнерами страны, закулисье украинской модной индустрии и многое другое. Ровно через неделю на телеканале UATV «Миру о модной Украине» в программе «Глосс». Будьте модными!